В канун Рождества маленьких запорожцев продолжают радовать новогодними представлениями. В театре имени Макгара поставили спектакль по мотивам известной сказки «Щелкунчик». На празднике побывали и наши корреспонденты. Все малыши в новогодние праздники ожидают чудес. Коллектив театра постарался подарить детям это чудо. На сьогодні дітей чекає новорічна таємниця Лускунчика. Це велике новорічне свято, новорічне різдвяне свято. Чекають дива, чекають подарунки від Діда Мороза. Праздник состоял из двух частей – интермедий и музыкальной сказки. В первой части детей развлекали актеры в костюмах животных – Дед Мороз и Снегурочка. Малыши играли, плясали и участвовали в представлении. Многие из них даже пришли в собственных костюмах. Нам 1,5 года, это первая елочка наша. Понравилось, особенно Дед Мороз радовался. Мне очень понравилось. Был очень прикольный Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня было очень весело. Мне сегодня очень понравилось, как выступили кот с мышками. После завершения игровой части ребята вместе с родителями отправились смотреть музыкальную сказку про Щелкунчика. Хоть некоторые самые маленькие зрители еще не знают про Рождество, театральную постановку рождественской истории смотрели внимательно и с удовольствием.